Студенческие каникулы в Мексике. Отдых американских студентов за рубежом. Сын с друзьями впервые самостоятельно полетели за рубеж. Канкун, резорт, где все включено. В Мексику, в Канкун. Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа и Юра с Детройта. Сегодня еду встречать пацанов. Они отдыхали в Мексике. Студенческие каникулы. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Они расскажут, как они отдыхали, что это за место. Они поехали на курорт-резорт, где отдыхают только студенты. Студентки и студенты. Так что оставайтесь с нами, расскажем, сколько стоит, чем занимались. Они уже приземлились. Артем написал и звонил уже. Но пока проходит паспортный контроль, потому что у одного из друзей грин-карта, а не американский паспорт, поэтому они ждут уже все вместе. Я подъеду, даже парковаться не буду заезжать на парковку, а сразу подъеду к выходу, и они сядут. Ой, страшно, спросите меня, страшно ли отпускать ребенка? Он уже не ребенок, ему уже 21 год. Но все равно, когда отдыхали, они каждые каникулы студенческие едут в другое место, были на Флориде, ездили на Апнорд, на север Мичигана. А в этом году решили в Мексику. На следующий год уже университет заканчивают, поэтому нужно будет искать работу, а не отдыхать. Отдых в феврале. Да всегда страшно ребенка отпускать, даже когда ему будет 40 лет. Тем более в другой стране, за рубежом. Если в Америке не так страшно, потому что знаешь, в любой момент, если что-то сорвется, почему всегда думают, что если что-то, все будет хорошо. Они у нас мальчишки умные, не глупые, знают, как себя вести. Конечно, отдохнули, оторвались немножко. Для этого и есть такой возраст студенческий. Мне еще 10 минут. Легко ли быть студентом в Америке? Наверное, не очень, потому что кроме того, что они учатся, они еще и работают, чтобы оплачивать свои личные расходы и аренду дома. Детройт. Они платят за аренду $1000 в месяц. Вправо съезд был в центр Детройта. А мы едем дальше. У каждого города есть свой мост, свои ворота. И вот такие, вот такой не очень красивый, но запоминающийся мост, когда подъезжаешь к аэропорту города Детройт. Они вылетели с Канкуна в 11 часов 4 с чем-то полет. И вот 3:15 приземлились уже, и еще 5 минут. Проснулись, конечно, очень рано, гуляли до 4, как всегда мальчишки. В 6 чем-то проснулись, потому что в 8 был уже трансфер, и их уже забирали в аэропорт. Не знаю, позавтракали или нет. Звонил и говорил: мама, что у нас дома вкусное покушать? А у мамы в пятницу, как всегда, ничего вкусного нет. Но тата картошку чистит. Приготовим тепленькое, свеженькое пюре. В Мексике пюре он не кушал. Нам нужно Норд-терминал. Keep left. А я поехала вправо. У меня всегда так. Путаю, где лево, где право. Поэтому чаще всего езжу без GPS, а только по памяти. Пришлось разворачиваться. У мальчишек scholarship. Это такая студенческая стипендия. Но ее не выдают деньгами, а оплачивают университет их учебу. Бесплатно они учатся. Они у нас молодцы. Мы гордимся ими. Go past this light. Then use the left lane to make a U-turn at Wickham Road. Вот уже аэропорт города Детройт. Они отдыхали 5 дней. Вылетали утром в воскресенье, а в субботу с часа дня до 2 часов ночи они работали в ресторане с корабля на бал. Хотя нет, с бала на корабль, сначала воздушный, а потом уже водный. Сегодня пятница, их встречаю, завтра они опять идут в ресторан на работу. Они учатся, а в выходные работают в русском ресторане официантами. Все знают в Мичигане, в Детройте ресторан Фидлер. Это даже не русский ресторан, просто туда ходят русскоязычные. А это интернациональный ресторан Фидлер. А вот так мы провожали студентов на отдых. Артема ждет друзей, Виталика и Колю.
они сейчас будут работать, вот его форма будет работать в ресторане, а утром полетят в Канкун. Наша семья интернациональная, я с Украины, мой муж с России. Ну все, с Богом, хай вас Бог береже. Все, найкращего, все, давай. С Богом. Компашка у них также такая интернациональная, Виталик с Украины, Коля с Казахстана. Они втроем работают в ресторане, поэтому Виталий их забирает, а утром Виталика отец уже отвезет их в аэропорт. А в аэропорту к ним присоединится еще друг с Армении Дэвид, а также Назар и Джан. Ну а сегодня уже встречаю их я и развезу по домам. Отдыхали в Мексике. Все было окружено водой с двух сторон, где все включено. И платили за одного человека $1300. Каждый вечер было разное развлечение. Ну, как отдых? Да классно все. Во сколько ложились вчера? Рано. Очень рано, да. Четыре часа ночи или нет? Нет. Немножко позже, это уже как получится. В 3 часа, да, или в 2? Вчера в 2. Два, да. А проснулись как утром? Очень тяжело, очень тяжело. Да. Никто не хотел никуда идти, и все. Но мы проснулись, пошли покушать немножко. Ага. И после этого уже загрузились и поехали. Ну как отдых? Очень красиво. Классно, классное место, еда хорошая. Очень вкусно, да. Отдохнули классно? Да. Да? Плохо было. Ну, молодцы. Я рада за вас. Сынулька, тебе понравилось? Угу. Ну все, тогда счастливый путь домой. Вот в таком резорте они отдыхали. Резорт среднего класса, который реально могут позволить себе американские студенты. Отдыхали только студенты. Это вот бар на воде. Мальчишки говорят, что отдыхали преимущественно студенты из мичиганских университетов. UVM, где Артем учится, и Мичиган Стейт университета, где учится Коля. А также Вейн университета, где учится Виталик. Друг Дэвид также учится в UVM вместе с Артемом, а дружат они со 2 класса школы. Молодежное, шумное студенческое место. Резорты Канкун – это со стороны Мексиканского залива. По территории бродили павлины. Обзор еды в буфете. Помните, как мы снимали японский или китайский? Это мексиканский буфет. Артем говорит, что еда была американская. Много гамбургеров, пиццы были, чикен наггетс. Но была и такая мексиканская еда. Тако, лепешки, паста, много сладостей, мороженое, фрукты, овощи. Рыбы, говорит, много не было. Здесь ты набираешь еду, садишься за стол и ешь, что хочешь, что любишь. Мы были 2 года до этого в дорогом резорте, 2500 за человека платили. Там, конечно, было очень большое разнообразие морских продуктов. Кальмары, рыба большая, разных видов, красная, белая, креветки, лобстеры. Хотя, с другой стороны, что им нужно мальчишкам? Они забежали, перекусили и дальше пошли гулять. На территории, кроме буфета, есть большие рестораны разные, но место нужно было бронировать заранее. Но были рестораны, где ты заходишь, а также заказываешь еду и обслуживают тебя официанты. Очень большое разнообразие овощей и фруктов, а также лепешек и начинок лепешкам. На следующий день они выбрали экскурсию путешествия на понтоне по Мексиканскому заливу. Экскурсия продолжительностью около 4 часов, платили человека по $100 и плавали также еще в Мексиканском заливе. А это Синот. Естественный провал, заполненный водой. Это карстовые воронки и лабиринты. Их в Мексике сотни. Они бывают открытые, полуоткрытые, подземные. Эти воды считались священными. Во-первых, это источник пресной воды, а также майя называют их вратами царства мертвых. Сейчас сеноты превратились в место отдыха. Вода в сенотах абсолютно чистая и прозрачная. И если у вас есть желание искупаться в такой воде, сначала нужно принять душ. Обычно сеноты оборудованы сейчас лестницами для спуска воды, душевыми кабинками, туалетами. Сейчас это бизнес. Это сенот Икиль, один из самых красивых сенотов Юкатана. Его диаметр 61 метр. Вода начинается с расстояния 20 метров от верхних мест Мексики. Это славноизвестная Чичен-Ица, древний город майя. Ну а мальчишкам было интересное ночные развлечения. Бары, шоу, танцы. Это их возраст, это их время. А это они ездят в центр города, ночной бар. Стоимость билета также $80.
даем возможность насладиться мексиканским затором, музыкой, энергией. Мексиканцы очень доброжелательные, улыбчивые люди, очень добрые, веселые и общительные. Но жизнь их очень бедная. Резорты смотрятся, конечно, хорошо, потому что это бизнес. А самые нижние точки очень бедные. Каждый вечер разные развлечения, разные шоу. Им это интересно, это их время для отдыха, студенческое время. В Америке, конечно, нет такого отдыха, где все включено. Платишь за гостиницу и можешь получить только бесплатный завтрак. Поэтому очень часто студенты выезжают за границу, где получают полный пакет развлечений. Друзья, а вам как, нравятся такие места? Или вы любите отдыхать на природе, в тихом, уютном месте, в кругу семьи, в кругу друзей? Мы вам благодарны, друзья, за хорошие комментарии, добрые слова. Желаю вам также увлекательного, интересного отдыха этим летом. Спасибо, что остаетесь с нами. Жду ваших комментариев, а также лайков. Спасибо большое. Ну а наши студенты с отдыха сразу на следующий день на работу. Ну а с понедельника уезжают в университет. Начинается учебный год. Успехов им!